В мире сотни тысяч людей живут с неврологическими и психическими патологиями. Каждая из них уникален. Они другие. Не такие, как мы. По-другому видят. По-другому чувствуют. Их поступки и действия как пугают окружающих, так и удивляют. Огромное количество талантливых и известных людей живут во всем мире с такой патологией. И на протяжении всей жизни люди с такой патологией преодолевают огромное количество страхов и барьеров. Нормальных для обычного человека. Отсутствие понимания. Нарушение речи или полное ее отсутствие. Это лишь малая часть того, что испытывают эти люди. Они другие борцы за привычную нам жизнь. Диагноз врача-психиатра не приговор. Можно и нужно помогать таким людям. Адаптироваться им в социальной среде. Не чувствовать себя лишними в этом огромном мире. Задумайтесь о проблемах окружающих вас людей. И мы сможем изменить мир.